приложение, определитель породы собак, программа для Android. Оно определяет, какая порода собаки по фотографии. Можно сфотографировать собаку какую-нибудь неизвестной породы и с помощью этого приложения узнать, что же это за порода такая, если она породистая. А если она даже не породистая, то можно определить, на какую породу больше похожа. Такую программу делаю. Пока что она поддерживает 181 породу, может распознать. Но собираюсь добавить все остальные. Сложности связаны с тем, что очень мало фотографий есть у меня, правильно классифицированных фотографий, то есть тех, такая база фото, в которой точно определено, какой породы каждая собака, изображенная, ну, на вот всех этих фотографиях. У меня есть такая база, я ее скачал из Гугла. Примерно таким вот способом. Набираю тут чау-чау. И он мне выдает все чау-чау, чау-чау, чау-чау. Вот. И самое неприятное то, что среди этих фотографий, которые я получаю таким способом, могут оказаться совсем не чау-чау. Ну или не та порода, которую я запрашиваю. Из-за этого у меня в обучающей выборке фотографии оказываются ошибки, которые влияют на качество распознавания. Самих фотографий там сотни тысяч, поэтому сам я их перебрать вручную не могу. Все. Слишком много на это времени уйдет. Эту проблему решить я сейчас делаю такой дополнение к этой программе, с помощью которого пользователи смогут, вот, например, вот это не совсем чау-чау, мне кажется, вот метис, дополнение, с помощью которого я смогу, то есть пользователи смогут помочь мне отсортировать все эти фотографии, которые там есть, вот, и качество распознавания может очень сильно вырасти при этом. Эта часть программы — это только клиент, который устанавливает связь с сервером и отправляет ему фотку. Там на сервере фотка обрабатывается и анализируется, и определяется, какая порода это. Вот, работает это примерно так вот. Страница этого приложения, такая основная страница, она на самом деле не используется, нужна только для тестирования. Поэтому здесь и нету никакого оформления. Можно выбрать файл фотки с компьютера, можно взять какой-нибудь URL, например. Любой, вот возьмем такую фотку, берем адрес этой картинки, вставляем ее сюда и распознаем. И получается, он говорит, что на 98% чау-чау, на 1% тибетский мастиф ему показалось. Ну, видимо, чау-чау в основном. Вот, и так это работает. И клиент, он делает примерно то же самое. Отправляет эту фотку сервису. Сервис ему возвращает обратно вот такую строку, откуда он узнает, что на этой фотке происходит, и дальше там показывает что-то вроде этого. Там 99% такой,
столько-то другой породы.